Так, я удалил. Так, что с FPS? Надеюсь, все нормально. Я удалил предыдущую. Мне бы туда перелететь, как бы это сказать-то. Да какого хрена я поранил? Ух ты, нифига, я... О, эту корву высрал, ничего себе. Ну ладно. Короче, я удалил. Я удалил вчерашние записи прохождения просто. Ну, на всякий случай, а то, чтобы место не занимали, сами понимаете. Там, блин, на 60 минут у тебя 120 гигов выходит. Ладно, на винокурню, да, ну ладно. Да, нам нужно вернуться к этому чуваку нашему, да. И, собственно... почему я всегда плачу за виски? Плачу за виски. Итак, быстрее. А мне понравилось стреляться в крыс. Интересная достаточно тема. Ты не против, если я тебя толкнул? А, подожди, вот он, слэджер. Он исчез! Да, я исчез! Как кобель. Давай, вот последние слова Кроули. Что у тебя? Послушай. Давай. Ой. Картонку, трафарет вставим куда-то. So Crowley is dead. Too bad. He was one of my best men. Still, you and me had a deal, and Slackjaw never goes back on a deal. Take this key. It ain't for the golden cat, no. This key's for the captain's chair. A hotel abandoned since the plague gutted this part of town. Take the stairs to the top. You can use the roof to get into the golden cat brothel. See that? Slackjaw keeps a bargain, just as good as the men who run the city. Maybe a little better. You think about that. Now maybe we can help each other out again. I could get rid of the Pendletons for you, quiet-like and without killing them. But you gotta do something for me in return. Любопытно, расскажи, что ты задумал. The cat's having a big reopening tonight. Lot of money clients, including an arts dealer named Bunting. He's got particular tastes, or so I've been told by some of the ladies. Got some pretty fancy stuff. Чё, любит толстуху или чё? And the only thing preventing me from nabbing all that loot is the combination to a safe. Да, я знаю, я тоже не знаю кода. Чё? Эй, подожди! Чё это было? 14:46. Эй! Чё, блин, было сейчас? Ребят, вы что-нибудь поняли вообще? Блин, что это было? Золотая кошка. Вы что, офигели, что ли? Может, он успокоился? Капец, блин! Подождите, может, я что, нажал не так? Ну-ка, посмотрим. Он меня будет бить? Да, смотрите-ка. Вот засранцы-то! А что я им сделал-то? Чувак, ты не знаешь? Слушай, твой хозяин, походу, перепил виски, или что вы там пьете обычно? Ладно, я на записи посмотрю. Ну, я ничего не помню. Может, я нажал что-то? Слушайте, скорее... Слушайте, а вдруг реально я нажал какую-нибудь кнопку? Да не, я вроде сидел вообще. Руки у меня... Руки в штанах, как обычно. Странно. Странно, странно. Но я не знаю, что он там нам хотел сказать. Короче, он говорил, Кроули его грохнули. Ну, то, что мы сейчас ходили... Чем сказал, на крышу на какую-то забраться? Вот на эту, что ли? Нет, наверное, не на эту. Тут самое главное не упасть.
Хва! Прям на пику сел. Яйцами. Ладно. Стоп, а там чё? А там я был, наверное. Да, я тут был. Блин, представляете, свалиться с этого места. Так, мы тут тоже были. О, можно... Твою ты налево. Вот теперь она не работает. А если я сделаю... Ну, не знаю, может быть... Я не хочу никого убивать, но, может быть, я сделаю так! Некачественный у вас уровень, ребятушки. Золотая кошка. Слушайте, а помните какой-то... О, тут есть что-то ценное. Блин, ну тут народу дофига. Чё-то неохота мне с ними связываться. Давайте сохранимся на всякий случай. Attention, Dunwall. Фу, я что-то никак не могу забыть то, что сейчас было там. Так, снова врубаем зрение. Блин, часто, слишком часто, да, врубил. Ладно. Честно, там ничего нету. Блин, опять тут какие-то чуваки стоят. И девка, или кто это? Честно, эти бандюги, или это не бандюги, они меня будут трогать. Пускай этого урода. Давай, бляха-муха. Давай, давай. Блин, я его не убил. Блин, девка это. Ну ладно. Я хотел узнать, что она хочет или что они хотят. А какой ключ я подобрал сейчас? G. Так, умение. Нет, нет. Предметы. Ключи. Ключ от дома торговца картинами. Второй, что ли, блин? Это, наверное, девка из борделя к нему ходила. Вот тут есть хавчик. Кошель. Что-то еще тут светилось. Сохранение. Ну ладно. Не, я не это хотел сделать. Чпонька. По лестнице вверх. Каково подниматься? Вверх по лестнице. На заднице. Неважно. Так. Вот еще какая-то дверь. Нужен ключ. Ну и нафиг ключ. Помните, какой шухер я тут устроил? В один из предыдущих этих прохождений. Давай. Ну почему нельзя... Так, можно. И вот... Так, можно. Давай к этой кошке золотой погнали. Опачки. Нежданчик, а если я сделаю? Блин, я даже не знаю. Можем сделать так. Давай! Подожди, что мне написали? Стоп. А, руна. Твою ты... Подожди. 25 метров вниз? Это что это такое? А где это такое вообще? А, подожди, может это там где-нибудь? Стоп, я ни хрена не понял. Где это может быть? Капец, это ку... Подожди, а где это такое может быть реально? Капец, руна. А, смотрите-ка,
Слушайте, мне что-то это напрягает. Точнее, мне это... Мне уже интересно стало. Где это такое может быть-то? Рунок 25 метров. Может, эта башня знает? Нет, ты не знаешь? Слушайте, а давайте-ка вон туда переместимся. И посмотрим, она на какой стороне. Слушай, где-то внизу, ну где? Вполне вероятно, что где-то здесь. Где ходят вон те люди. Наверное, это очередные плакальщики. Что ж мне так не прет-то? Ёб твою дивизию, что делать? Твою! Сволота. Где руна костяной? О, не руна, а костяной амулет, да, я ошибся. Ничего ты мне не сделаешь, я вот сюда заберусь и все. Че, на меня блеванете, да? Так, стоп, а как же туда попасть-то? Я просто думал, через вот здесь как-то можно. Блин, задачка. Там где-то. Че, лестница, что ли, есть? Ну, фиг знает. Да, вот тут есть какой-то проход. Хоп, и все. И нормально. Так, тут-то никого нет, надеюсь. Есть тетка какая-то. Ой, это та старая ветошь, похоже. Ладно, давай. О, костяной амулет. Посмотрим, что там по амулету у нас. Так, гробовщик. При переноске трупов вы двигаетесь чуть быстрее. Блин, я не знаю, как трупов именно сказано. То есть не спящих людей. Нужен универсальный ключ. Ну и пошел в жопу! Так, давай. Давай, блин. Пули, ничего тут больше ценного нет. Все, что-то я уже разошелся, прям так дерзко как тут подхожу. Да, пошли вы все в жопу. У меня вон что есть, перемещение. Так что вы мне ничего не сделаете, наверное. Подожди, подожди, подожди. А как? А, вон там мне можно пройти. Вот тут. Все, отлично. Теперь мы точно с вами отправляемся в золотую кошку. Не будем терять ни минуточки. Как так получается, что я поднимаюсь на заднице, катаюсь, качусь, скольжу на заднице вверх по лестнице? Очень интересно. Блях ты, муха, что будешь делать-то? Да! И давай еще разочек. Все, быстро к ней, к золотой кошечке, к этой. И вот, слушайте, еще костяной амулет вон там. Блин, меня это уже бесит. Мне реально это уже бесит. Я не понимаю, где еще где-то, что ли, какое-то место есть. И вот этого уже я точно не понимаю. Ну ладно, посмотрим, что из этого выйдет. Где-то там. Слушайте, я не знаю. Золотую кошку. Ну давайте посмотрим. Оружие дальнего боя. Отлично. Купальни, золотая кошка. В следующей зоне есть множество выходных путей и лазеек. Ну, круто. Крысы побежали. Вот белая крыса. Так, ну вот они все. Нет, все-таки костяной амулет в той локации где-то есть.